не ставить. Вами. Куда смотреть? На него, на него, на фотографа. Всем привет, дорогие друзья! Привет! Привет! Сегодня 1 мая, и у нас встреча с, ну, не подписчиками, друзьями канала. И мы пришли в дом Ататюрка, в дом музея Ататюрка. Сейчас я вас познакомлю с этими замечательными людьми, которые пришли на встречу. Кстати, очень жарко, да? Очень, прям очень вот, жарко. Прям печет, я чувствую. Ну, друзья, давайте теперь знакомиться. Город Донецк. Как зовут? Сергей. Как зовут тебя? Олеся. Откуда? Из Краматорска. Я Инна из Новокузнецка. Татьяна из Донецка. Эля, Магнитогорск, Южный Урал. Мы первый раз в Турции. Александр и Дина из Москвы. Эля, Донецкая область, Краматорск. Анатолий, Россия, город Орск. Супер, друзья, вы готовы идти в дом музея Ататюрка? Да. Тогда пошлите. Айхан, что это? Счастливый Айхан с подарками от подписчиков. Живот у тебя маленький, надо еще больше. Ну ты со мной хоть поделишься? Банан... Нет? Ну ладно, клади в сумку. Чан-то какой? 6 штук. Еще и посчитал, сколько. Он в 23-м году только он пришел к власти, республика основали в Турецку в 23-м году, а в 38-м он умер. Вот считается, 8 лет и 7. За 15 лет. Человек, наверное, вообще не спал, не жил, работал. Это 4 языка знал иностранных. Читал постоянно, комнаты, например, для кухня, салон и так далее. Ну, какие-то такие комнаты, где гостей принимают. А на втором этаже тоже комнаты. Сарай, у нас сарай. Atatürk evleri, bütün Türkiye'de ücretsiz, onu söyle. Ben söyledim. Ha, çünkü arkadaş soruyor. Yok, Ayhan Bey, все дома Ататюрков Турции бесплатно. Да, значит, можно поселиться и жить. Нет, поселиться и жить, к сожалению, нельзя, только прийти посмотреть. Я мечтал. До сих пор. На свадьбу. Его просто мэрия построила. Да, его просто построили как место, чтобы прийти, попить. Профессионал. Айхан, да, помню это видео, вы здесь были. Айхан закрыт. Обязательно приходите сюда, чай здесь стоит 50 куруш, турецкий кофе 1 гривен. Ничего себе, 4 гривны. Как надо им чая?
Если кофе аннулировалось, день не стоит. Да. Да. Чай, взяли чай, кофе, только 14 минут. Нет, здесь аннулируют, здесь можно, здесь есть обычный турецкий чай, яблочный, подешло, гранатовый, вот это ада чай, да. Здесь есть большое помещение внутри. Вот там есть беседки и расставлены столы вот так вот по периметру здания. Там еще большая есть площадка. В общем, классное место. Да, было, показывали. Да, да. Очень классно. А что они не написали, куда они работают? Ну, сегодня весь 1 мая. 1 мая, а завтра 2 у нас. А кто его знает? Опять может закрыть. Ну, закрыто. Вывеску надо было. Я думаю, что... У нас пишут. Это принадлежит мэрии. Я думаю, что поэтому закрыть сегодня. Может быть, короткий день. Может быть, они работают. Вон написано. One May is, что-то такое. А, вот. Вон, я выходные. Александр, копалы будем. На реге диджейс. Да вы заказываете. Такой чай? Ага. Вот эта трава, кстати, вот эта трава, про которую я вам говорила, ада чай. Вот та сухая трава была, это вот этот чай. А когда в него кидаешь лимончик, то чай становится таким, светлеет он. А, ну понятно. Он светлеет. Видите, смотрите, совсем прозрачный стал. Спасибо. Так, Айхан разносит нам чай. Спасибо, Айхан. Иди спроси, сколько соши, иди сколько. Когда не видела, что чай. Да, вот эти в стаканчиках. Ой, извиняюсь. Вы первый раз в Турции? Мы первый раз, нас отправила наша группа, форум. Мы вместе общаемся в чате. Они нам нашли отель. Порекомендовали смотреть Анастасия Шоу. Мы целый месяц смотрели Анастасия Шоу. Все на листочек записывали. По-честному. По-честному, да. Главное, записывали. Ну, серьезно, вот я листочек показывала вам. Поэтому мы сейчас здесь. Покажите листочек, мы сейчас покажем, насколько подготовлены. Слушайте, ну так же на самом деле намного. Конечно. Намного удобнее. Это же еще не все, что писала, все, что хотела. Да, вот все, что успевали записывать, по этому листочку мы ориентировались. Спасибо. И по видео. Так интересно, когда в Хондуре русская речь, и все такие, Анастасия, да, да. Что все, да, через Анастасию. Они там вам должны уже бесплатно. Так, у вас тоже список? Да, да, у меня тоже список. Тоже была подготовлена осенью и зимой, смотрела видео, очень интересно, вот да, и осенью даже начала смотреть. А Александр, Александр, где у нас? А, они мне рассказывали, что они подписаны еще с того момента, когда на канале было 190 подписчиков. Да, они, наверное. Да. Наверное. Ну, наверное, самые старые. Нет, это когда было? Когда вообще появилось? 190 подписчиков, это когда было? Начало? Вообще вот начало у нас. Когда январь прошлого года. Да. Мы, наверное, последние. Я в смысле, мы... Как вам, Аланя, расскажите? Мне интересно, тот, кто никогда здесь не был. Супер, конечно, очень отлично, замечательно. Мы благодарны вашим рекомендациям, нашим друзьям, конечно, но очень... Мы просто первый раз в жизни, как в сказке. Как вам пляж? Пляж, песок отличный. Вы на Клеопатре, да? Да, на Клеопатре, очень отличный. Вода прозрачная. Купаетесь? Купаемся. Зонтик взяли, нам ничего не сказали. То есть деньги с нас не просили. Что вы зачем взяли зонтик, то есть без претензий. No problems, как тут говорят. Это не надо свое обаяние. Так, друзья, хозяйка кафешки тоже хочет нас сфотографировать. Все, встреча наша закончилась. Встречаемся в следующий раз. Когда вы приедете? В сентябре. В сентябре. Вы когда, в следующем году? О, не знаю, может даже в сентябре. Может даже в октябре. Народ, в сентябре, в октябре, кстати, в сентябре вообще погода. И где? Я была в сентябре. Супер, самое классное время. Приятно было. Очень приятно познакомиться было, да? Очень да, приятно. Да, будем живы. Будем живы. Еще увидимся. Да. Приезжайте. Кто его знает, как обстоять. Увидимся. Да. Класс. Класс. Вы хотя бы расскажите, как вам Алания? Вот точно самое главное. Поэтому, друзья, вы советуете в отпуске. Видите, все советуют ехать в отпуск в Аланию. Поэтому вы тоже обязательно. Не в июле, не в августе. Подписывайтесь на канал Анастасии. Приезжайте все в солнечную, теплую Аланию.
Ольга очень помогает. Ставьте пальчики вверх. Анастасия нам помогает. Айхана палец вверх за съемку. Спасибо за встречу. Всем пока, спасибо за встречу. Гюля. Приходите. Пока.